Ансамбль «Злато Серебро» всегда работал в школьной программе. У нас есть действующие, очень хорошие песни календарно-земледельческого круга. То есть это праздники народные: Рождество, Масленица, Крещение, летние программы «Семьи к Троице». То есть очень интересно, то есть как тем более проходят ученики эти праздники. Я знаю, вот сейчас в 6 классе у меня ребенок, и они проходят и обрядовые песни, и календарные песни. И сейчас мы знаем, что 200 лет Михаилу Юрьевичу Лермонтову, мы сделали программу «Песни тарханских крестьян». Называется она «Кругом родные все места». И ведущая рассказывает о том, как здесь пребывал еще маленький детские годы наш поэт великий. И, естественно, сопровождаются народными песнями. Здесь есть целый сборник, написанный Александром Георгиевичем Тарховым, «Песни тарханских крестьян». Вот из этого сборника. И так как мы реченские девчонки, как бы мы уже знаем, пели песни эти. И сделали вот такую замечательную программу. И с играми, чтобы было интересно ребятишкам. Ну, в основном для среднего, наверное, звена, может быть, для маленького. Ну, чтобы знакомы были еще произведения Лермонтова. Вот, интереснее будет. А что это за песни? Что у них особенного? Какие они? Ну, во-первых, это были и игровые песни, песни-баллады, семейно-бытовые песни, в которых отображалось быты семейные. Вот, например, у нас сегодня будет «День я хлеба не пекла, печку не топила, муж с раннего утра в город проводила, там три лукошки толокна продала соседу». Вот нерадивая такая вот жена все прокутила, прогуляла, собрала беседу, напилась, свалилась, как говорится. А тут муж приходит, а у нее дедушки не кормлены и все такое. То есть вот, ну вот семейные такие вот драмы, можем сказать, отображенные в песне, но в то же время в шуточной форме. Мы, конечно, ездили по экспедициям, собирали вот фольклор, то же самое, участие в училище и в институте. Но эти песни вот собраны нашим учителем Александром Георгиевичем Тарховым. И как вот мы их исполняли, мы так, в принципе, и решили преподать эти песни без всяких аранжировок. Хотя у нас много в программу вошло в ансамбль «Злато Серебро» с современным аранжировками. То есть уже с новым видением, чтобы как бы, ну, немножко привлечь молодежь, чтобы, да, чтобы им интересно было. Вот у нас их не по полю расстилался наш, где брейк у нас танцует. Вот это песни тарханских крестьян. Это песня, аранжированная ансамблем и современным вот именно вариантом.